Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство AGM Pad. И сейчас я покажу вам, как включить и настроить мобильную точку доступа. Итак, свайпаем вниз, ищем здесь точку доступа. Если ее здесь нет, нажимаем на карандашик. Ищем ее уже тут. Находим, перетаскиваем вверх. Возвращаемся и теперь, нажимая на точку доступа, можем ее включать и выключать. Если зажмем на ней пальчик, то перейдем в настройки. Здесь мы можем изменить название, можем изменить защиту. Также можем изменить пароль, можем автоматически выключать точку доступа и включить расширенную совместимость. И на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.